А сейчас я хочу пригласить самого молодого нашего свитковца, Диму Сорокина. Он, наверное, нам споет что-то. Всех поздравляю с юбилеем свитка. Когда я готовился идти на этот вечер, думал, что спою другую песню, но мой выбор песни изменился буквально в последние дни, потому что вчера я со своими одноклассниками отмечал 15 лет окончания школы. Об этом и спою. Наше детство не вернуть, не вернуть. Наше детство не вернуть. Время проходит, дети растут, жизнь пролетает, как 5 минут. И озорной вчерашний малыш вот уже стал родители выше. Ясли, коляски и детский сад, средняя школа и сотни ребят, все на пороге дальнейшей судьбы. И сами решают, как жить и как быть. Не торопитесь, дети, не вернуть, не вернуть того, как вы активно все взрослели. Пусть каждый сам найдет особый путь. Особый путь, не забывая школьные качели. Не замечаем, как мы растем, взрослыми став, сожалеем потом, что не валяли мы все дурака. Хочется бегать, прыгать, скакать. Не торопитесь, дети, не вернуть, не вернуть того, как вы активно все взрослели. Пусть каждый сам найдет особый путь, не забывая школьные качели. Не торопитесь, дети, не вернуть, не вернуть того, как вы активно все взрослели. Пусть каждый сам найдет особый путь, не забывая школьные качели. Нам наше детство не вернуть. Спасибо. Киселева, Ольга Николаевна Киселева, наша замечательная воспитательница детского садика номер 37, и наша замечательная свитковка. Спасибо большое.
На самом деле я в свитке тоже около 20 лет, это осенью это будет 20 лет, как я в свитке. Как и многие сегодня или некоторые, я поменяла стихотворение, хотела я прочитать другое стихотворение, потому что я задумалась о том, что для меня свиток, вот, что самое главное. Конечно, это большая школа жизни, конечно, это вторая семья, которую я очень люблю, но я подумала о том, что самое главное, что дал мне свиток, это вот, забота о моем сыне Дмитрии. Когда он появился в нашей семье, вот, мы получили от свитка подарок. Подарок чисто материальный, на который мы купили игрушки, которые живы до сих пор. Вот. И потом, так как мой мальчик ходил на свиток с самого начала, вот, когда еще было совсем, ему 2 года было, вот, и часто выступал, и он ощущал эту заботу вот, о себе, как действительно во второй семье. Вот за это я свитку больше всего благодарна. И поэтому я прочитаю вот стихотворение из этой книжки, который называется «Я читаю стихи от имени Димы». «Я стихи читаю с детства, к выступлениям привык, и без ложного кокетства я прилежный ученик. Я учу все по сезонам и по надобности тем, выступаю с микрофоном, так я больше захотел. Я в библиотеке каждой выступал не раз, не два, но а в садике однажды чуть не позабыл слова, потому что со мной рядом волновалась ребятня. Это как-то повлияло на спокойного меня. Громко, четко я читаю в зале, где полно гостей. Научиться я мечтаю выступать среди детей». В общем, спасибо свитку, что привели ребенку любовь к поэзии и за огромную заботу. Спасибо большое. Я просто хотел вклиниться. Неделю назад в детской библиотеке проходил конкурс «Фестиваль памяти Николая Рубцова. Пусть душа останется чиста». Дима занял 1-е место в определенной номинации. Второе? Все равно замечательное место. А внучка Галина Николаевна заняла 1-е место. Среди малышей, 6-леток. В разных возрастных категориях. А сейчас я хочу представить вам Романа Никитина. Вот он точно у нас младшенький, мне кажется. Но который подставился плечо. Не-не-не, я и хотела сказать, что он настолько вписался в наш коллектив, что когда нельзя было заниматься летом в библиотеке, она была на ремонте, да и пандемия, мы занимались у него на квартире. Да. Он громко говорит. Ой, честно говоря, после метров тяжеловато. Вот. Ну, не стал я ничего менять. Почему-то захотелось прочитать одно такое старенькое стихотворение. Вот. Называется оно так. «Леди стюардесса». Леди стюардесса. Ты всегда на высоте. Знать банкиры и повеса в предполетной суете жадно ловят твои взгляды и мечтают, что потом, как презенты и награды, принесешь ты чай со льдом. Леди стюардесса, мисс улыбка облаков. Даже старенькая пресса — повод, шлейф твоих духов. Вот что нужно ветерану, чтобы юности задор залечил любую рану, старой запустив мотор. Леди стюардесса. Не смутит тебя ничто, каждый раз все та же пьеса. Водки, что из-под пальто, будоражит кровь бродягам. Крошка, дай свой телефон, но с улыбкою варягам нет в ответ, как сабель звон. Леди стюардесса, в кухне скрывшись от людей, в сотый раз без интереса, без задора и идей, разогрев обед столичный, поругаешься в сердцах и с улыбкою привычной вновь в салон, как фея в снах. Леди стюардесса, ждет ли кто тебя внизу? Раб любви, дитя прогресса, не взлюбивший полосу, святоверящий надежде, что живет на небесах, будет мило все как прежде. Ужин, мы, задор в глазах. Лин Григорьевна Пьянова тоже хочет сказать что-то в адрес свитка. Ну, во-первых, я поздравляю вас всех с праздником. Во-вторых, благодарю свиток за сотрудничество с районным советом ветеранов. Они всегда откликаются на любое мероприятие, на любой конкурс.
И книга, вот я смотрю, «Дети войны, дети победы», четыре книги уже вышло, и они, многие из вас являются авторами этих книг, за что вам большое спасибо. Я не знала, что сегодня вы празднуете этот праздник, узнала за 2 часа, а то бы, конечно, была здесь и наша благодарность, Совет ветеранов. Следующий раз. Все впереди, да. Ну, во-вторых, или в-третьих уже, я хочу сказать, что я очень люблю стихи и начинала ходить еще с Владимиром Николаевичем Сосиным в Горловском, в Литкружок Горловский, который вел. Начинала ходить в этот кружок. Но затем с Владимиром Николаевичем, конечно, много, мне кажется, общения вот это много и мне дало. Но стихи я писать не умею. Можно, если я вот зачитаю все-таки свой образ? Я не умею сочинять стихи. Слова и в рифму не хотят слагаться. Люблю я их читать. Они способны у меня запоминаться. И выдержки из ваших же стихов осмеливаюсь иногда озвучить в школах, когда выступаю. В них мудрость, красота, любовь подумать заставляют жизнь осмыслить. Отрадно мне, что свиток есть у нас, и радостно, такие в нем таланты. Люблю я часто быть в гостях у вас. Печатайтесь, ищите варианты. Спасибо. Спасибо. Не напрасно, я являюсь вашим гостем. Конечно, не напрасно, очень дружим. И еще, извините, вот есть поэтесса, которая, вернее, уже ушла из жизни в прошлом году, с поселка Новый. Она не член свитка. Она не член Союза писателей. Ее с мужем маленький, коротенький. На фотографии смотрю, на них моя семья. Вот внучка, дочки, их мужья. Позволь, а где же я? Старушка рядом с ними. А, то бабушка моя. Нет, бабушки уж нет в живых. Так где же все же я? А в зеркале старушка, та, откуда там ей взяться-то? Ведь смотрит прямо мне в глаза, еще и улыбается. Вот казус, память ведь меня пока не подвела, но коль старушка это я, лгут право, зеркала. Я, конечно, очень хотела. Пользуюсь тем, что у вас у всех хорошее настроение, праздник, Галина Николаевна. Муж, у нее книга, такие хорошие стихи. Может, вы проведете, как-нибудь проведем творческий вечер ее стихи. Посмотрим, конечно, в чем нет. Спасибо большое. Елена Салтыкова, если не ошибаюсь. Когда-то она пришла к нам, а потом сбежала в квадрат. Там, наверное, ей более комфортно среди молодежи. Пожалуйста. Здравствуйте, все, с праздником, с днем рождения. Действительно, начинала в свитке и благодаря им попала в молодежный творческий клуб «Квадрат». И вот сейчас от них небольшой экспромт поздравления. Свитку желаем открытой сцены, долгого творческого пути, ярко, талантливо и вдохновенно Богом вам данное в мир нести. Пусть превращаются многие лета слова в стихи, а стихи в куплет. Как прожита, прочтена и спета строфа длиною в 40 лет. Хочу сказать, что вот «Квадрат» превратился сегодня в такое сердце. Мы вас любим, мы у вас учимся и продолжаем вас. Большой поклон. Мы у вас тоже учимся. Да, хочется поблагодарить всех.
всех свитковцев за то, что никогда не отказывайтесь, если нас куда-то приглашают, в библиотеку или в школу, в детский сад, или провести свой творческий вечер, или вспомнить поэтов ушедших, или поддержать какого-то другого поэта из другого литературного объединения, публиковаться в альманахах, в журналах. Это сейчас, конечно, очень сложно, это очень затратно, потому что никто не хочет спонсировать наши стихи, и поэтому поэтам приходится вкладываться свои материальные ресурсы для того, чтобы их увидели, услышали и прочитали. Всем большое спасибо. И закончить вечер я хочу стихотворением Лидии Сергеевны Динуловой, стихами точными, простыми и обнажающими дно, раскрыть себя перед другими лишь только классикам дано. Они без лишних разговоров нам всем преподнесли урок. И вечен наш язык, в котором есть Пушкин, Лермонтов и Блок. А все другие по течениям идут, свой оставляя след. Поэзия всегда в движении, и ей конца и края нет. Но когда-то Лидия Сергеевна сказала, я неправильно написала, что раскрыть себя перед другими лишь только классикам дано. И она изменила эти строки стихами прочными, точными, простыми и обнажающими дно, раскрыть себя перед другими не только классикам дано. И я предлагаю всем вместе нам исполнить нашу традиционную песню. Если ребята подыграют, если те, кто, да, кто играет, подыграем. И споем. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Изгиб ядра желтой ты обнимаешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь, качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет, ты что грустишь, бродяга, а ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена как раны на сердце залеглись. Стихами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Стихами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Из них горы желтой ты обнимаешь нежно, струна осколком эхо пронзит тугую мысь. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Thank you.